Мы говорим «го», вы говорите «баскет». Мы приветствуем вас на базе в Новогорске в расположении женской национальной сборной. Февральский сбор будет краткосрочный, всего неделю, зато насыщенный. Поэтому игрокам нужно как можно скорее погрузиться в атмосферу национальной команды. Рубрика «Это что-то на тренерском». Перебираем фото главного тренера женской сборной России и пытаемся прочесть его мысли. Я знаю. Говорить? Показывать можно? Мы покажем на экране. Это когда мы собираемся в кружок и вот так... Да, и так хлопаем все вместе. Хвалит, говорит, браво, хороший пас, молодцы. Мне кажется, это начало тренировки, потому что он улыбается еще. Придумывает новую комбинацию, потому что пик-н-ролл не очень хорошо проходит. Так, во сколько у нас обед? Не, ну вы что? Ну посмотрите, как вы играете, боже мой. Это он злой, это он злится. Если из раза в раз не делать то, что он требует, то тогда вот такое выражение будет. Это когда я играю пик-н-ролл? Точно, 100%. Я играю пик-н-ролл и не атакую после него, а даю куда-то туда. Потеря. А, здесь ему не нравится защита. Или кто-то допустил глупейшую ошибку, я это лицо узнаю из тысячи. Злого, наверное, я его ни разу, наверное, не видела. Больше такого. Сконцентрированного, требовательного. Ну, такого. Да. Вот такая. Ой, это на судью. Это на судью. Это не на нас. На судью. Сильно, я его очень долго знаю, и мы много с ним работаем. Во время игры он стоит за нас горой, вот поэтому на этой фотографии, наверное, ругается судьями. А, что еще может вести себя? Ну, это скорее нужно к Игнату обратиться, она в клубе с ним. Вот. А так, я не думаю, что легко вывести, по крайней мере, в сборной. Ну, это понятно, завтра выходной. Возможно, это или конец тренировки, кто-то сделал какое-то хорошее действие, или... Или просто он знал, что его фоткают, и улыбнулся. Типа, не смотрю в камеру. Все забили, он довольный. Что-то получилось, что он задумал. По его плану все случилось. Может, кому-то мяч в голову дали. Да нет, нет, ну это смешно иногда. Или еще предположение. Он увидел, что кто-то пришел накрашенный на тренировку. И такой... Да, это пойдет, и, может быть, следом на монтаже сразу игры дадим. В смысле сразу игры дадим? Это я для кого снимаю? Подготовительной частью февральского окна. Конечно, основные скиллы команда должна приобрести в игровых условиях. Для этого национальная сборная отправилась в Минск, где проведет две товарищеские игры с Беларусью. Я скажу,
скажу так, собрались те, кто смог приехать. Хотелось бы еще 2-3 игроков здесь увидеть, но на сегодняшний день у них травмы небольшие, поэтому им нужно время восстановиться и подлечиться. А те, кто очень хотел приехать, они все здесь. Короткий сбор, 5 дней, даже меньше, 4 дня, 5-6 тренировок, 2 игры. Важно было собраться, чтобы игроки немножко вспомнили друг друга. И нападение повторили, и защиту. Игра завтра будет не очень простая, мы это знаем. Поэтому все будет зависеть от того, насколько мы готовы. Но еще раз говорю, игры, может быть, и не официальные, но для нас важно, чтобы мы друг с другом и понимали, и играли. Позвоните. Сотрудничаем. Везде. Везде. Я с ним курс и в курс. И тут, и там. Она везде. Вода буровая. Буровая везде. И в Курске, и тут, и там. Для тебя стало сюрпризом то, что твой сбор в составе U20 так внезапно завершится, и ты на следующий день отправишься с основной командой в Минск? Для меня это был очень большой сюрприз, потому что я все-таки ехала на сбор с U20, то есть это молодежная команда, последний возраст, наверное, мой молодежный, и хотела поработать, наверное, с молодежной командой, и так получилось, что я оказалась в нужном месте в нужный момент. Вот, я очень рада. Подмигнула там тренеру, да? Да. Ну, возможно, я не так со всеми хорошо знакома, как в U20, но мне комфортнее намного чувствуется, потому что здесь другой уровень баскетбола, и я стремлюсь его повышать все-таки. Хорошо, хорошо. Подготовительная часть сбора позади уже, вы все сделали. Насколько вы сейчас уверены в друг друге и какие у тебя ожидания от предстоящих матчей? Был хороший сбор, достаточно короткий, но мы, в принципе, давно друг друга знаем. Уже у нас есть какая-то определенная такая химия. Да, может, было недостаточно тренировочного процесса, но ничего страшного. Я думаю, что у нас все будет хорошо. Мы уже достаточно читаем друг друга, все ситуации чувствуем. Думаю, все будет хорошо. Ожидания хорошие. Я рада, что мы опять все собрались. Вот, так что я думаю, все будет классно. Поборемся. Поборемся.